Новый всплеск насилия на западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Там не утихают столкновения между палестинской молодежью и израильскими силовиками. Им уже отдан приказ оцепить арабские кварталы и разрешено применять любые спецсредства. Журналисты отмечают, что палестинцы запасаются бутылками с зажигательной смесью и холодным оружием. Причем в их рядах есть и женщины. Накануне в Израиле произошли сразу 4 теракта. В Иерусалиме двое экстремистов открыли огонь по пассажирам автобуса. И почти одновременно с этим еще один протаранил на автомобиле остановку с людьми, а после добивал своих жертв ножом. Холодным оружием воспользовались и двое убийц в городе Ра-на-Ана. Жертвами этих атак стали 3 человека, раненых не менее 30. Террористы были обезврежены полицией.